миллионов долларов, заявляет гражданин Гуревич о том, что он знает схему, источники вывода и расположение этих средств. И для того, чтобы связать с тем, что это представляет собой такой общенациональный интерес, интересы всего государства, то здесь необходимо слушать и давать поручение непосредственно генеральному прокурору Российской Республики. В связи с этим я предлагаю отложить этот вопрос и при участии лишь генерального прокурора с участием руководителей финансовой полиции, руководителя финансовой разведки, центра судебной защиты, если необходимо, то премьер-министра пригласить. И этот вопрос надо рассматривать с участием этих должностных. Потому что это, вы очень правильно сделали замечание, это очень резонансный вопрос. Почему и зачем, и какие действия необходимо сейчас это осуществлять. И я думаю, на следующий комитет мы и министра иностранных дел должны необходимо пригласить, чтобы он давал поручение непосредственно нашим посольствам по оказанию правовой помощи, по их взаимодействию. Поэтому мое предложение рассмотрение этого вопроса при участии вышеуказанных должностей. По данному вопросу мы считаем участие генерального прокурора, оно является крайне важным вместе с тем, участие других должностных лиц для того, чтобы была полнота информации и так далее. Я поставлю на голосование предложение Милана Андреевича провести на очередном заседании комитета слушание по данному вопросу с приглашением непосредственно первых лиц руководителей государственных органов, для того, чтобы получить полную, ответственную, глубокую информацию. Ставлю на голосование предложение. Кто за? Кто против? Разбежать. Спасибо.